Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артур и Артем. Всем привет! Мы продолжаем играть Diablo 3. Мы находимся в какой-то... в казармах. Зачем мы сюда пошли, мы не знаем. Но просто дали зайти, мы зашли. Тут куча врагов. Ну да, упускать возможности как бы не стоит. Дали зайти, зайдем. Не дали, все равно зайдем. Ну... Вообще, нам нужно пересечь мост вон тот. Корсика или Корсика. Но он, я так понимаю, не тут. Нет, он явно не здесь. Хотя, ни в чем особо так уверенным быть не стоит. Да, игра такая, непредсказуемая совершенно. Абсолютно не знаешь, что тебя ждет через пару минут. Тут могут быть либо куча врагов, либо куча врагов. Либо две кучи врагов. Либо внезапный сюжетный Нужна поворот. Ярость. А тут появился новый демон. Тун-тун-тун. Новая запись такая про демона. Так, мне, по-моему, нужно бежать. Ой, ну зачем я тут сел? У меня просто что-то инферно не получалось, а теперь получилось. У вас-то двое, вам легко. А я все один. Меня. Да. Такой же слабак. Так он еще там какими-то волнами лупит. Да, цунами. Он мне этот напоминает. Звездных войн голограмму. Или этот, вспомнить все там. Ха-ха-ха-ха-ха-ха там. Как смеялся. Че, думаете о голограмме? Так и есть. Не, там, думаете, что я настоящий Квейт? Так и есть. Да. Бочки. Смотрел недавние фотографии Шварца. Ну, блин, уже, конечно. Да он в Expendables первых уже на экране, ну, совсем не смотрелся, честно говоря. Да он уже, честно говоря, даже в третьем терминаторе не смотрелся. Сколько ему лет? Ну, да. Тут как бы глупо. Как-то ну, он этот... оценивать. Просто старого его уже не будет. Может, он как-то в других ролях там. Этот, как его, Клинт Иствуд. Арнольд Брауншвайгер, да. Просто в его возрасте многие и такой внешности себе не могут позволить. А некоторые даже не доживают. Ну да. Ну, я думаю... С его-то деньгами, здоровьем хорошо можно следить. Да. Так он еще и с женой умудрился развести на старости лет. Ну а че? С такими-то деньгами. Жиру бесится уже, конечно, братюня. Не в тему. Ну да ладно. Это дело лично каждого. Я ему все прощу, с терминатором. Конечно. Ё-моё. Вот я и думаю, что-то больно бьют, думаю. А ты не уходишь, я же за тобой хожу обычно. Ну, ты тогда побегай. Да. Тактика номер один. Город. Где тут чопа? Бегите к чопперу. Это пародия была на Терминатор 2. Тоже на ютубе ролик какой-то. И там тоже вот эта фраза, типа Терминатор, когда он первый раз Т-1000 встретился в коридоре в универваге. И он Джону кричит там, get to the chopper! Ты там беги к чопперу. Я так порвал это. Не, Джим Керри. Это что, у вас кнопка самоуничтожения? Это, говорит, самый безопасный корабль во всей галактике. И говорили мне то же самое, когда я инспектировал Титаник. Не волнуйтесь, у него есть ключи. Нет, не тот. Нет, не тот. Нет, не тот. Бах. Это талантище, на самом деле. Так кривляться, это надо иметь талант. О, япошки. Япошки. Япошки, валим нахер. Тебя задело? Да как ты мог? Конечно, маленький. И узкоглазый. Простите нас, японцы.
На самом деле. На самом деле, мы так не думаем. Мы благодарны вам за ваше шоу, за вашу рекламу. Без вас жизнь была бы крайне обыденным. И за ваши осмысленным делом. На улицах. Ношенными. Не-не, никакого расизма, нет. Потому что я ненавижу расизм, негр. Это тут нужно эту картинку, где там двое про негров шутят, повар там и этот. Ага. Блин, ты только посмотри на карту. А что с ней не так? Офигеть, подземелье здоровое. Я не знаю, я зажмурился и машу своей кувалдой. Ого, сколько прилетело сейчас тебе. А нет, тебя не сильно. Покачат. Я мучаюсь теперь. Говорят, ума. Телек пьем. Мне лучше. Так, мой двойник. Так, я, пожалуй, отступлю. Это что-то мне плоховато. Да подожди, давай я тебя подлечу. Вот, давай. Можно и так. Как-то я не подумал. Это правильно, кстати. Ну, интеллект-то маленький. Еще великий Дольф Лундгрен говорил. Золотые слова. Отсюда, мать твой, выход только через крышу. Золотые слова у Майка Тайсона. Когда спросили, зачем вам голова? Он говорит, я в нее ем. Да. Держать удар, отвечу вам всем. И головой я, между прочим, ем. Смотри, я тут замерзла вся. К чему бы это? Я стал сильнее. К засухе, скорее всего. У тебя на уровень? Ну-да, яростный рывок, сокрушительный таран. Ну покачай. Ну попробую. Ну попробуй. Такое ощущение, что это подземелье не кончится, в принципе. Ты посмотри, коридорище какое огромное. Ну ладно. Ты же посмотри. Враждебность. Враждебность повышенная. Повышенная враждебность. Я теперь зырку на всех зло. И хочу кому-нибудь, ну, ударить. И только сыщешь ты! Подожди, там же у нас проход был. Ну, задний. Да, ну, пойдем через задний проход. Мне кажется, это единственная верная дорога. Видимо, да. Давай тогда ты будешь идти впереди. Это кровожал. А, кровожал. А чё я-то? Я-то вообще ничего не смыслю в ориентировании здесь. Как в этом? Я просто теряю ориентацию, когда вот так вот кручусь через правую кнопку мыши. Я же зажмуриваюсь, и потом не понимаю, откуда я пришел. Куда идти, где начинал. Обязательно кто-нибудь в комментариях напишет. Ориентацию. Это как в фильме «Красный полицейский». Что за фильм? Ну, со Шварценеггером. Ну, «Красная жара». А, ну. Он вообще «Красный полицейский» более правильно будет. Ну да. Ты так не шути. Было. А что это, говорит, ты все придумаешь? Вот этот Белуши со Шварценеггером там. Угу. Белуши говорит, что-то постоянно ты все придумаешь. Я, говорит, пожалуй, поеду домой, поем чипсов, посмотрю полицейский сериал. Так и тут. Что я постоянно веду? Давай же. Давай. Все, я нас привел. Тупик, отлично. Ну ничего. Не, у меня аж похолодело все внутри. Фильм со Шварценеггером, который я не видел. Это же... Это как такое может это быть, да? Катастрофа. Так, ну, добрый день. Там кто-то опасный. О, там трое опасных. Четверо. Сейчас я борзость наберу. Ой, меня заморозило. Тебя, кстати, тоже. Да, причем не кисло, довольно. Так, синий братюня. Вай-вай-вай-вай-вай. Help us. Help us, синий братюня. Давайте вас подогрею, это вы какие-то холодные. Как айсберг по пьяни. Давай, говно. Давай, говно. Слово о Титанике. Да. Блин. Я хочу в одной серии сделать бонус в конце. Это как? Демонический танец Дукалиса ставить. Звучит хорошо. Ну, я думаю, в одной из предыдущих я его точно вставлю. То там просто, просто шедевр. Не, ну ты понял, да, куда я нас привел? А, я стараюсь молчать.
Так, а на самом ну, ты деле, молчи. Никита, ё-моё. Ну, тут есть еще место, куда ты хотел пойти. Нет, ну есть еще куда мы оба вообще провтыкали. Как ты так быстро там оказался? Ну, бегаю. По утрам. Сай, ты что пришел? Стреляли. Откуда дровишки? Из леса везу. Слышишь, батю? А я убежал. Матюк должен был быть. Но я запикал. Кому надо, поняли. Я, у меня аж похолодело все внутри. Опять же. Что-то у меня сегодня холодеет все внутри. К чему бы это? Лодочка захолодела конкретно. Зачем лодки под землей? Дебил. Почему сразу дебилы? Просто... Просто тут какая-то речка. Ну, так просто да. Приходил Сережка. Поиграли мы немножко. Ты не туда пошел. Я пошел как раз туда. Нет, нет, нет. Нет, я вот просто еще один проход увидел. А давай разделимся, как в той серии. Ну давай. Людям понравилось. А на кой хрен я разделился? А? Заметьте, дамы и господа, я предупреждал его. А я чё? Ничего? А чё? Сколько там нам навешать? 20 тонн всего лишь. Так, иди сюда. Иди сюда, тряпка. Get over here! Они меня обездвиживают. Я не знаю, что с этим делать. О, да. Тут что-то похоже... Мне сейчас настучат. Сразу несколько опасных пареньков, стреляющих огненными шнягами. Кстати, мне сейчас тоже настучат. Хорошая была идея разделиться. Давай. Все время, главное, на разных навались. Нет, навожусь, нет, чтобы одного бить. Мои раны затянулись. Блин, ну они меня постоянно обездвиживают. Меня это бесит. А я зажал их в узком проходе. Везет. Да, блин. Спартанец! This is Sparta! Никогда не надоест. И ногой. Так, одного свинтили. Миньончиков. О, я нашел нам нужный проход, так что я был прав. Да, казармы второй уровень. На проходы. Нюх, меня не подвел. Кукуруза. Shut up, please. Мои раны затянулись. Лети, кукуруза! Разгневали меня аналио. Блин, наконец-то они все умерли. Я прям как Макс Пейн. А ты что тут делаешь? Я пришел. Хорошее объяснение. Или live with me if you want to come. Не, ну это все, это край. Мы были испорченными, но... Это такого! Живи со мной, если хочешь. Не-не-не. Перевод это все. Это финиш. Закрываться, идти в монастырь. Факт. А ты там что, тебя убили на твоей стороне, что ли? Нет, я просто пришел, чтобы. Вот видишь? Чтобы спасти тебя! У тебя там кретинизм, похоже, просто топографический. Ты понял, что там ничего нет? Там проход. Там проход там. Блин. Хорошо получилось. Ну я ни о чем не жалею. Да сдохнет. Делал то, что должен был. Ну, мы как, будем дальше тут? Ну, куда ты? Ё, по-моему. И босс. Выход в другой стороне. Не знаю, мне кажется, они должны умереть. Причем в корчах. Вот это наша тема вообще.
Так, отлично. Нет, я уже настолько привык к своему этому карусел, что надо будет поставить ее обратно. Сейчас что-то другое стоит? Да, у меня вот такая штука стоит. Она не особо против них. Так. Бихач. Что там тебя мотает? Ты вообще как относишься к жанру RPG в целом? Ну, я имею в виду, конечно, такие олдскульные, типа Невера там и Моровинга. Я его люблю. Я вообще подумываю перепройти как-нибудь этот Baldur's Gate 2. Играл? Да, играл. Мало, но играл. Офигенно. Ну, причем я играл в него уже после Neverwinter, после Morrowind, ну, чуть-чуть побегал, да. Она мне нравится больше, чем Dragon Age, больше, чем Neverwinter. Это, Neverwinter это истоки, там... ё-моё. Ну там вот, блин, игры от BioWare, они вообще не меняются. Одна и та же компания там, наивная девица. Одна и та, одно и то же, как бы все. Взаимоотношения персонажей. Но это. Это гениально. Ну да. Просто во всех играх одни и те же типажи. Наивная девочка, какая-нибудь там, типа Морриган, такая прокуренная ведьма, здоровяк. Типа, как там в Dragon Age называется? Кунари. Ну да. Какой-нибудь хитрый там. Ну, кругов, короче. Да, система Кроган. Не меняется, конечно, но... Шалилиана. Сюжет всегда держится на высоте, на мой взгляд. Атмосфера. Я помню, в Baldur's Gate там... Там еще пока что игрока особо не любили. Еще старые игры были. Там было место... с колиями, то есть там вампиры были. Убить их можно только убив их, короче, телесную оболочку. После этого такой туманчик летел в гроб, нужно было гроб найти и вколотить туда этот кол. Проблема была в следующем. Колия продавались за 3-9 земель, найти их нельзя было. И, короче говоря, не вколотив эти колия, ты не мог никого убить, они возрождались, убивали тебя ударов с трех. Это было страшно. Ну, я первый Baldur's Gate прошел. Что-то вспомнился он. Не, в первый я, по-моему, даже и не... Да, точно не играл. Там главный злодей был похож на Саб-Зира. Стойка такая. Вот. Японцы. Япошки. Ну что, мой двойник храбро с ними справился. Капец, эта карта какая огромная. Я ж тебя чё. Офигеть. Я вообще... просто в шоке. Unbelievable. Мы, может, пойдем на этот самый, туда, куда нам нужно. Спокойно. Держимся. Вот там к тебе пришел Чаян. Геморрой. Ох, меня откинули. Сейчас пойдем. Сейчас как раз напрямки, по-моему, туда и выйдем. Не, ну я, допустим, из всех жанров RPG, это для меня самое-самое, в общем. Ну да. Или с элементами RPG. Он Deus Ex, допустим. Ну да, кстати. Deus Ex. Это... Короче, где есть сюжет, где есть диалоги. Вот тот же Mass Effect, его особо RPG ты не назовешь. Ну, первую часть есть только. Да, первую, да. Ну, проработано все. Интересно. Так, кстати говоря, что у меня там по вещам? Вроде как DLC Mass Effect Leviathan подтвердилось. Ну да. Будет в конце лета вроде. Надо будет установить масочку по новой. А я не удалил. У меня винт большой. Ну как большой. Хватает, в общем, да. Хватает, да. Я все равно на него особо ничего и не сбиваю. А я тоже мне ничего нет на винте. Кроме... игр. Кроме терабайта парни. Память больше. Так, ну тут вроде все умерли, и мы пришли туда, куда ты хотел. К логическому завершению этого подземелья. Думаешь, логическое завершение, там еще были развилки? Ты хочешь проверить? Нет.
follow me. Где ты там что нашел? Я сейчас даже не смотрю, как персонаж куда бежит, просто по карте. Смотрю, ориентируюсь. Нет. Я обязательно смотрю, куда бегу. Ну и что ты там нашел? Зачем? Вход на второй уровень. То есть это был. Зачем ты его нашел? Так бы сейчас пошли по квесту. Ну, легких путей мы не ищем. Я надеюсь, там большая страшная тварь, чтобы было интересно убивать. Потрошитель? Не надейся. Тут потрошитель лежит. День уже прожит не зря. Там просто еще одна здоровая локация. А нет, тут у нас страж бастиона. Перед тем, как демоны прорвались в крепость, мой друг патрулировал нижние коридоры. Путь. Он еще жив, я чувствую. Стой. Помоги мне найти его. Сайд-квест. Сайд-квест. Найти пропавшего стража бастиона. Я знал, что это все не зря. Выполнение сайд-квеста чувствую я. Разобраться с ним должны. Мастер. Чекай там. И после. Что-то мне Перл-Харбор очередной устроили. Не, ну слышь, я чувствую, эта локация тоже огромная. Да, пока мы найдем этого. О, сколько тут. Письки. Не нравятся письки. Хорошие письки из хорошей семьи. Вы сделали свои пно, вот там привыкли. Ой, тут один миг у нас есть. 29. Я думаю, что за миг? Я думал, это чудный миг какой-нибудь. Да хватит вертеться вокруг него, его укачивает. Нет, он просто у меня здоровье восполняется, пока я верчусь. Ох, этого порвало. Вот, этот братюня с нами еще бегает. Да, только заметил, он опять бегает. Как-то за мельканием спецэффектов абсолютно внимания не обратил. Ну ничего. Мы всегда отличались крайне внимательностью. Просто безумно внимательно. Вот сколько пакости пришло. Вам не выстоять! 9 монстров убито одним ударом. Нифига. 14 монстров убито. Разошелся. Нормально. Где там твоя подружка? Ты уже запарил. Какой вообще идиот. Диги. Я тебя сломаю. Я тебя сломаю. Мне лучше. Мой такой кувалдой в рожу получил. Такой, мне лучше. Вернулся вообще смысл жизни у человека. Да что ж такое, ну мельтешат. Вот этих надо пророков убивать первым делом. Че это было? Там... Я тебе говорил, хватит вентилятор свой устраивать. Ну вот такой вот тошнило. Тут великолепный сундук, я не могу, я должен. Я просто обязан, поэтому включай вентилятор. О, сколько тут живности. Там всего. Я просто счастлив теперь. Жизнь прожита не зря. Давай. Кто он? Моя искра. Камтумир. Майны Клайны. Он жив! Слава Акарату. Я знал, что ты вернешься за мной. Так, спасибо, кто-то нашли? Ну он же лежит. Сундукам шарит. Чтобы я вернулся домой без него. Отлично. Событие завершено. Кровные узы достижения открыто. Ну я думаю, тут еще лазить и лазить. А нет, вон есть камень выхода с подземелья.
До него еще дойти нужно. Да вот он. Ты получил? А, я тоже получил. Мне показалось, что меня опять обвесили. Ох, каково. Хорошо. Блин, твой киянка, который ты мне дал. Просто мрита, да? Ага. Крутая, да. Так, ну да. Наконец-то понадобилось всего лишь полсерии, чтобы пройти это какого подземелья. Полторы. Может, предыдущий сюда зашли. А, ну да. О, идут. О, а вы кто такие? Тут униженные. Ой, есть. Это еще из-под земли там какие-то бабаи. Ничего, сейчас мы. Нет, сейчас они нас. Меня кромсают. Не по-детски. У меня трава запись. Это невозможно. Хазра из клана крови. Я обыскал всю великую библиотеку Колдея в поисках сведений о том, что же на самом деле произошло с Хазра, принадлежащими к клану крови. А я тут совсем рядом. К сожалению, мне удалось отыскать лишь несколько ветхих манускриптов, в которых указывалось, что эти Хазра отправились в услужение мифическим малым воплощением зла. Беги. Полагаю, эти гомосики там и тут. В научном пути. Вестник погибели. Тоже хорошая. Статичный. Золотоносный, а миг-то колючка. Почему ты быстрее меня опыт набираешь? У тебя, наверное, вещи какие-то. Ну, просто я ж дрыщее более. К тебе идут познакомиться. А, понятно, это он в землю запускает. Да-да-да. Свою руку. Свою клешню. Это он зря. И помните, в космосе никто не услышит ваш крик. Так, тут есть приказы Азмодана, часть 4. Прислушники, мои братья томятся в камне души. Я слышу их голоса, их жалкие крики, которые даже доставляют мне удовольствие. И он будет принадлежать мне. Мне, а не Нефалему, этой девчонке. Сейчас я не слышал, о чем он говорит. Не ее время. Он говорил, вы все умрете, наши победят. Ну, что-то в этом духе. Наивняк обычный, короче говоря. Пацан, он просто не учитывает, что у нас персонажи бессмертные. Даже если он, как ты, старый знакомый. Даже если нас убивают, мы возрождаемся. Поэтому шансов у него никаких. Шансов никаких. О. Так, ну тут... Тут, я думаю, будет достаточно больно так бить да. по лицу. Возможно, даже ногами. Да. Возможно, даже с разгона. Тебя убивали, что ли? Да. Капец, как ты мог. Да сколько там бежать? Учительский жезл. Нужен тебе такой? С какой с меня учитель? Я закончил с трудом на магистра. Ты же в этом году диплом защитил. До сих пор не забрал его, кстати. Надо ехать забрать. Мне лень. Просто ужасно. Ну, вообще, дело так не важно. Подумаешь. 8 лет всего понадобилось. И дофига денег. Я бы за эти деньги машину себе купил. Кому нужна машина? Водителю? Смотрю, Кэп сегодня в ударе. Так, Captain Obvious. Не туда пришли. Опять я привел нас не туда. Ну как не туда? Ну, да, не туда. Непростительная ошибка. Ох, смотри, там какая. Поросячий. Ребята. Сейчас будет больно. Возможно, мне. А, вряд ли.
размах. Так. Как я его напугал. Как? Отлетел. Сильно. У него аж плоть отлетела. С костей. Так, ну это что такое? Не вставай на эти места. Да-да-да, я уже понял. Что-то страшное. Адский кратер это делает, похоже. Возможно, они что-то там респаунят. Типа врагов там. А, нет, они под жопу дают. О, страж бастиона. Я сражаюсь вместе с героем. Я и смотрю, сражаешься. О, он с нами теперь бегает. Везет. Нам бы тоже вместе с героями посражаться. Мост Корси. О, пришли. Корсика. Труп демона. Так, местные идут. Мобилку спрашивают. С камеркой. Симка своя, говорит. Симка своя, да. Коп эффект 3. Жесть. Как там? Мега скилл. Очаровать понятых. Да-да-да. Так. Пришли, кстати говоря, он совсем уже. Да, мы успеем, в принципе, в этой серии. Я не знаю, время не засекал. Это у нас обычно. Еще есть. Уничтожить время демонические. Есть. О, опять этот. Кость широкая, пришел. Шерсть жирная. Жирный. Поезд пассажирный. Ох, хорошо. Не знаю, я что-то последние пару серий сопротивления встречаю. Абсолютно. Мне это нравится. Так, что у нас тут? Страж бастиона. Оставь меня. Я не жилец. Он не жилец. Возьми. Мне это уже не понадобится. Че он там? Че там? Он дал какое-то оружие. Блин, я тоже обрадовался. Там ключи от квартиры, может. А, где деньги лежат. Ага. Так, нам надо разрушить трибушет и три баллисты. Вот здесь у нас есть ледяные пещеры. Но я не думаю, что это опять же сюжетное задание. Да, будь осторожен, кстати, они тут опасные, поцуки. Да, я заметил. Ну, респ недалеко, так что можно немножко нормально побаловаться. Я исцелен. Я исцелен. Хорошо. В рожу получил. О, там опять гоп-компания идет. Слизь, пацан! Ух! Зачем? О-о-о! Хотел сказать, нара опусти, ну ладно. Так, тактическое отступление. Бежим! Run for your life! Навык тактического отступления прокачан. Ага. Блин, вот тут инферно бы нам неплохо помог. Меня серьезно ранили. Да я думаю, с этим справимся. А этот с такой же, конечно, но не слишком страшный. Толстожопая. Что есть, то есть. Прилег. Ага, осталось их тут. Три человека. Прилег. Куда ж ты пошел? Наивный просто. Ну да. Как тазик. Так, у нас, кстати, появилась стрелочка на радаре. Да, вот, значит, мы приближаемся куда-то. Да. Кэп трибушет. Сегодня не дремлет. Кэп сегодня отрабатывает на полную. Ну смотри, это если мы сейчас выполним, походу, сайд-квест или что, я не помню, или это основной. Мы сейчас приближаемся к этому трибушету. О, блядь, посмотри на эту адскую машину. Это выглядит вообще. Трибушет? Да. Адовый такой. Так, а тут местные пришли опять. Сыща. Наркоманы везде одинаковые. Да. Так, давай перезаряжайся уже. Все, можно жечь. Зажигаем, пацаны. Я даже стоять буду.
вроде всем понравилось. Довольны все, да? Такая горка трупов лежит вокруг меня. По уши в крови. Да, посильнее персонаж стали. И демоны-сотрясители уже просто мухи дохнут. Это очень радует. Не то, что радует. Я с этого просто тащусь. Так. Блин, ну вот опять мясо пошло. Но в этот раз несложное мясо. Да, ну, доставляет просто удовольствие. Во, полетело. И баллисту нашлет. Пойдем баллисту сначала замочим. А, потом это баллиста уже... такая, да? Похоже на пулемет Гатлинга. Это рейлган. Ох, сколько мелочи всяких. Ой. По-моему, нужно тактически отступить. Справимся. Мистер Фродо, мы справимся. Да. Сразу вспомнил этого Сэма. Меня всегда бесил почему-то. Что? Да. Блин, мне тоже подлечиться. Отстань от меня, мелкий. Блин, один лишний повар. Да, сейчас я к тебе появлюсь. Я ты умер? Умер просто. Ну ладно. В принципе, бежать очень быстро. Да. Очень близко вернее. Так, нет. Лучше пока что. Кожаными тропками. Это вы меня убили, да? Да, даже покоцанные до сих пор. Сейчас меня второму разу убьют, похоже. Вот сказал, вот зачем сказал, что мясо легкое. Пошло сразу. Ах, меня ранили. Ты живой, нет? Ну да. Да я нет. Ничего. Ваша экипировка повреждена. Я не буду этого делать. Потрясающе. Бывает и такое. Так, что он там, на тебя отвлекся? Да. Хорошо. Тимворк. Так, мы уничтожили одну из баллист из трех. Что-то есть, то есть. Возле одного из требушетов. Он как бы всего один. Нифига, ты посмотри на этот ад. Мне кажется, надо, нужно отсюда откуда-то идти к нему. Вот так, охраняет. Да. Давай. Вперед. Надо было, конечно, дать инферни перезарядиться, потому что он там опять гоп-компания огромная идет. Кости стучат. Я серьезно. Да нормально. Нормально. Ох. Сколько там они настучат? А сейчас настучат. Сколько? Меня серьезно ранили. Так, блин, что-то их много. Тактическое. Беги. I'm alive. Так, ты туда побежал. А по-моему, все окей. Конечно, потому что они за мной все. Ща. О, какая оттуда. Ранен. Текай, давай подлечу. Е-е-е. Блин, мне сейчас инферно сделать. И будет им счастье. Много счастья. Я серьезно ранен. Я исцелен, я серьезно ранен. Я исцелен, я серьезно ранен. Что за жизнь? Не определился до сих пор с выбором. Так, ребята, на меня, пожалуйста, все внимание обратно. А, нет. Уже никого не осталось. Да. Нифига твой, он как волна идет. Да, такая цунами мини. Сейчас от меня заведет, похоже, куда-то. Ладно, кому нужно, подойдет. Брутально так мы с ними. Чё ты там сломал-то? Я разломал эту срань. Блин, ну. Она только что была тут. Что произошло? О, кудесники! Этот кудесник уже сколько от меня бегает? Не ушел. Так, ну что у тебя там?
профилактические беседы ведешь с контингентом. Че, как, сотрудничает? А куда им деваться, выхода-то нет. Ну, тоже верно, да. Да, получи. Шо? Это что такое лежит? Так, ну вот, тогда вперед. Вон там еще один идет. Не стремись. Давай этого замочим, и тогда серию закончим. Ну, мать, это напоследок. Слабак. Так, ну и что, в следующей серии продолжим уничтожать эти демонические баллисты. Но это будет уже завтра. Надеюсь, вам понравилось. Мне кажется, что мы уже достаточно близки к завершению третьего акта. И скоро попытаемся с этим... Как его? Азмодан, напоминаю. С Азмоданом, да. А то он, блин, уже сколько серий нас достает своими голограммами, в которых говорит, что «Вы никто, я-то кто-то». Короче говоря, увидимся завтра. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Артём и Артур. Всего хорошего. Всем пока. Пока-пока-пока.